встреча с вами, встречался с депутатами города Новомосковска. И все равно вопрос качества обслуживания здравоохранения остается одним из самых важных, который жители города поднимают при встречах с депутатами и при встречах с властью. Я хочу попросить каждого из вас, то, как жители относятся к власти, во многом зависит от той ежедневной работы, которую делаете вы. И для нас очень важно, чтобы опыт Новомосковска, он не только устоял. 2018 год по врачам мы должны выйти на цифру более 70 тысяч рублей в целом по области. Мы можем предложить условия не хуже работы, чем в Москве и в Московской области. Да, по заработной плате мы будем отличаться. Но мы готовы поддерживать наших врачей через иные формы государственной поддержки. Это и служебное жилье, это ипотека льготная для врачей. В целом, хочу вас поблагодарить за вот ту динамику, которая есть. 300 с лишним миллионов мы выделяем по программе субсидий. Это для наших многодетных, для тех, кто проживает в ветхом жилье. И кроме этого, 300 квартир мы предоставим нашим детям-сиротам. Ну и, конечно, не могу не сказать по программе переселения из аварийного жилья. Только в этом году мы должны ввести в эксплуатацию 94 тысячи квадратных метров. Это почти 2000 семей, которые получат хорошее, комфортное жилье вместо того жилья, которым они, ну, фактически не жилья, вместо тех бараков, в которых они проживали. Когда вот вручаю ключи пожилым людям, знаете, вот у них слезы на глазах, они даже не думали, что они дождутся и получат когда-то эти квартиры. И, конечно, здесь каждый день он на вес золота. Вот, поэтому я, конечно, поздравляю наши молодые семьи. Хочу сказать, что эта программа была инициирована президентом России Владимиром Путиным и программа, которую мы вместе реализуем с Федерацией. Сумма, которую получают семьи, она не очень большая, около 600 тысяч рублей, но поверьте мне, что это денежки, которые достаточны для первоначального взноса. Дальше наш фонд ипотечного кредитования Тульской области по дополнительной программе для молодых семей, многодетных семей, там есть разные программы кредитования, мы предоставляем еще ипотечный кредит. Поэтому давайте поздравим еще раз эти семьи и вручим им сертификаты. Спасибо. Не, в хорошем состоянии. Смотри, год постояла. Сам.